В понятии «русский» как национальность я насчитал 7 подозрительных нестыковок. Первое. Что за странная неувязка в названиях? Они утверждают, что берут начало от Руси, но почему тогда назвали свое государство Россия? Но почему тогда не российский народ и не российский язык? А почему вообще русский — это прилагательное, отвечающее на вопрос «чьи» или «какие», но не отвечая на вопрос «кто»? Вторая нестыковочка. А где вообще находится исконно русская территория? Почему у бурятов, якутов, чеченцев есть национальная республика в составе так называемой Российской Федерации, а у русских ее нету? Путин вот утверждает, что исконно русская территория находится в Украине. Русских объявили там нетитульной нации. Закон приняли. На наших исторических территориях. Окей. Я правильно понимаю? Исконно русская территория находится за пределами так называемой России. То же получается, русские — это как цыгане, не имеют своего национального государства и живут не на своих землях. Третья нестыковочка. А что случилось с великороссами? Да-да, помните таких? Еще буквально 100 лет назад Ленин в своей графе «Национальность» писал «Великоросс». Выходила газета «Великоросс», переписи 1926-го были «Великороссы». И никто 100 лет назад еще не идентифицировал себя как русский по национальности. Великороссы и малороссы как внезапно появились, так внезапно и испарились. И лишняя гордость быть русским. Свое прилагательное они гордо носят на футболках, клеят на машинах, шьют на шевронах, прославляют в фильмах, прилагательно, конечно, поют в песнях. Вы можете себе представить любую другую нацию, повторяющую подобное. Например, я новозеландец, со мной Бог. Нет, я тоже не могу это представить.